Дом со знаком качества. 60-летнее здание в Жигулевске стало первым, которому после капитального ремонта присвоен статус «Дом образцового содержания». Традицию еще советского времени решили возродить в госкорпорации Фонд реформирования ЖКХ. По словам председателя наблюдательного совета фонда Сергея Степашина, это только начало. Хороших зданий будет построено много. В частности, эксперты высоко оценили качество новостроек для переселения из ветхого аварийного жилья. В Жигулевске программа выполнена, ключи от квартиры вручили Сергей Степашин и глава Самарского региона Дмитрий Азаров. В новом микрорайоне новоселье отметили жители 36 старых домов. Благодаря тому, что задачи, которые ставит президент страны Владимир Владимирович Путин, исполняются последовательно и четко, и сегодня еще целый ряд наших граждан получит ключи от новых квартир. У нас проблем с ветхим аварийным жильем, поверьте мне, не меньше и в вашей области, и в целом по стране, чем сейчас. И, безусловно, я в этом убежден, государство, наш президент не оставит эту программу за скобками, как говорят, в таких случаях она, безусловно, будет продолжена. За время реализации президентской программы расселения ветхого и аварийного жилья новые квартиры в стране получили больше миллиона человек. В Самарской области программа вышла на финишную прямую, осталось расселить в Самаре и Красноармейском районе. Итоги работы и возникшие сложности обсуждали на совещании. До конца года оставшиеся жильцы получат ключи от новых квартир. 239 квартир. У нас есть понимание, что 8 декабря эти дома, эти квартиры должны быть переданы муниципалитету. И до 20 числа мы планируем, с учетом всех процедур, 20 декабря текущего года, с учетом всех процедур. Дальнейший бизнес. Так точно, да. Мы планируем, что мы успеем, значит, эти квартиры передать людям. То есть застройщик нам известный, понятный, он очень активно строит на территории города Самара. И здесь как бы вот опасений в том, что мы этот срок сорвем, у нас в настоящий момент не существует. Сейчас регион готовит заявку на следующий этап программы. Государственное финансирование будет продолжено. Причем на следующий период предполагается расселить еще больше тех, кто пока вынужден жить в ветхих домах. Ну, мы сегодня протокольно записали. До 20 декабря программа должна быть выполнена. Вот, поэтому рассчитываем, что обязательства, те, которые взяты, они будут реализованы. Это касается людей. Что касается дальнейшего, вы видели, слышали цифру. Она больше, чем это было на январь 2012 года, было 363 тысячи, сейчас 400. Есть прямое поручение главы государства, он сказал, что программу надо продолжать. И сегодня важнейшая задача, чтобы до конца года все-таки людей переселить. Это не просто отчитаться перед фондом, это в первую очередь решить наболевшую проблему для наших с вами земляков, для граждан Российской Федерации, проживающих в Самарской области, не просто в неблагоприятных условиях, а условиях зачастую опасных для проживания. Олег Зверев, Константин Головин, «События».